Патологическое просто. О, вы позволите. Хорошо. Позволите? Ну. А знаете, я никуда не тороплюсь. Не разыграйте. Моя визитка, что завтра в 6 вечера у тебя. Месье Ригард, какая-то офицерская фамилия. А улицу переходит на красный свет. Не пойду. Гимнолей, я знаю, странно.
Знакомьтесь,
Элеонора! Динозавр! Элеонора Зурок! Присаживайтесь, Элеонора Зурок! Это мои будущие партнеры! Трудно выразить отношения! Партнеры? Партнеры! Ну ладно, я так подозревала. Должна предупредить, что на прилавке еще не весело. Что вы, достаточно, чтобы составить полное впечатление. А что вас привело в такое веселое настроение? Ах, нет, мадам, извините, мне просто присуще это естественное веселость. Я должна предупредить, что у меня через полчаса встреча на другом конце Парижа с другим. А я вас отдажу. Ну чего? Хотя бы, чтобы не бежать на другой конец Парижа. А, очень галантный, хорошо. О какой роли идет речь? Это роль... Возлюбленный! Точно вы догадываете! Да, конечно! После моего триумфа в спектакле «Косточка от яблока» 1976. Да вы трубку успеха в 2001. Я здорово проиграла возлюбленного! Симпатичная крошка! А она кого будет играть? Она будет играть вашу дочь. Мою? Что? И взрослая у меня будет дочь. Большая на взрослую маленькую. Смотри, 26-25. Нет, мадам, мне 22. Почему? Да, боже мой, по минусу дорог, я выгляжу на все 15. Когда ударяетесь быстрым походом. Нет, мадам, наоборот, когда я... Так, девочка, тихо. Я хочу сказать, что у вас дочь родилась очень... Ну, конечно, это в корне меняет все дело. В результате я мать возлюбленная, в кого я влюблена. Вы влюблены в своего мужа. Это что, авангардный пьес? Кто видите, вы да, хорошо, кто автор? Автор я. Это что, ваше? Это ваш первый опыт? Это не пьес! Мне интересно, вот этот вот господин играет его мужа. Конец, меня хватит. Это ли он? Он играет в группе Сизии. Это история одной семьи. Что же это за семья? Самая обычная семья. И вы думаете, вот это будет иметь скандальный? Я надеюсь. Ну и Бог, как говорит вам, в помощь, а я, пожалуй, подумаю об этом всем, и позже мы с вами, а может быть, и с вами. Дорогая, подожди! 20 лет! 20 лет, как мы вместе! 20 лет безоблачного счастья, когда... Мы проходим мимо, они закрывают ставни, потому что они не могут смотреть на солнечный свет, который освещает нашу с тобой любовь, дорогая. Но мы же не виноваты, что так неравномерно распределяется счастье по всей земле. Да здравствуй ты, я и наша любовь. Это маленький набросок по налогу. А муж у нас? Муж у нас я. Ну, значит, вы тоже играете. Такова воля продюсера. А кто у нас продюсер? Продюсер тоже я. Здесь же вы намерены давать это представление. Вот здесь. А публика? Публика тоже я. Ну, что же я вам могу сказать? Это все очень даже... впечатляет, и вот еще что, всего хорошего. €100,000. Чистый гонорар €100,000 каждый. Я прошу за прощение, я забыл представиться. Александр Амелькан. Рогоносец любви,
рогоносец в дружбе, рогоносец вообще. А, ну да, когда во всем разберешься. Мне понадобилось 15 лет. 15 лет семейной жизни, чтобы во всем этом разобраться. На протяжении 15 лет я покупал порцию любви как газету, как хлеб. По крайней мере, когда покупаешь газету или хлеб, знаешь, что покупаешь. Не, ну когда знаешь, что покупаешь. Вот именно знать! Знать, что покупаешь. Вот в этом вся соль. Да, да, месье, правильно. Никто! Никто! Никто никому ничего не должен, за все заплатит. Главное не быть обманутым, иначе просто можно сдохнуть. Итак! Итак. Чистый гонорар 100 тысяч евро. Со всеми правилами составления контракта по найму. Контракт? Понимаете? А что же вы собираетесь взять в наем? Вы же не поймете. Нет, мне не поймете. Я собираюсь взять в наем то, что таким упорством отказывало мне жизнь. Любовь жены, привязанность потомства и преданность некоторого друга Леона. Я собираюсь взять в наем полный семейный комплект в рабочем состоянии. Так вы хотите сказать, что... Нет, он хочет сказать, что мы... Вы счастливые избранники! Я вас поздравляю! Я была типа, но такого чувства собственного достоинства должно было заставить меня уйти! Вы работаете, я плачу! Вы платите, потому что вы не воображаете! Я не воображаю! Я плачу! Вы платите! Это слышите, он платит, и мы превращаемся, может быть, я схожу с ума, я даже не знаю, как это назвать, как это назвать. Ну же, скажите ему хоть что-нибудь. Я? Да. Я голоден. Боже мой, а вы, мадемуазель, вы, которая столь долго стремилась сохранить собственное имя? Мамуля! Я вас умоляю! Я просто не понимаю, что это такое, мадам. Я не знаю, я своей матери никогда не знала. А тут мне предлагают занять место в семье. Послушайте, вы, господин, который платит, а чем вы зарабатываете на жизнь? Ежедневно я посвящаю своей трудовой деятельности 8 часов. Кстати, каждый из вас в моем отсутствии может делать все, что угодно. Но если я вас спрошу, что вы делали, вы можете отвечать как хотите. Главное, чтобы я в это поверил. Ибо основное условие контракта звучит так. Я ниже подписавшийся обязуюсь сделать так, чтобы мои слова, жесты и поступки были правдоподобны. Чему вы смеетесь? Да я просто начинаю воспринимать вас всерьез. Мы уже не отразим. Представление будет даваться ежедневно. С 6 вечера до 9 утра. И круглосуточно в субботу, воскресенье и по праздникам. Крючая ночь. Разумеется. Разумеется. Что же касается старины Леона? Подождите. Дайте мне насладиться полуночной тишиной на пороге моей спальни. Их будет три. А три чего? Три спальни. Что же лечи полной невинности и чистоты? Разумеется, я говорю только чувства. Так, стоп, месье. Это что, я считаю только гарнир? Извините, пожалуйста, извините. А что будет со мной? Я тебе снял квартиру. Что за связь? Господи, вот это же моя мечта. Я теперь снова могу быть... свободным и независимым. Разумеется, я же плачу. Знаете, мне прям слезы наворачиваются. Я чувствую привязанность к вам, как работой доски. Ну почему вы эти правила? А я же чувствую с небольшим. Второе условие контракта звучит так, что я, ниже подписавшийся, обязуюсь сделать так, что если вдруг я почувствую, что перестаю замечать те чувства настоящие, а где чувства ложные, я в целях душевной безопасности разрываю контракт. Ну чему вы опять смеетесь? Перестаю различать. Никто ничего не может знать заранее. А тут бессонница. Или как?
бросат перед наш дом. Чувства внезапные, как удар молнии. Именно из-за этих внезапных чувств не случались самые страшные несчастья в моей жизни. Моя антипатия к вам может сравниться лишь с моим презрением. Куда послать за чемодан? За чемодан? Представление начинается завтра в 18:00. Да лучше повесить. Если придете раньше, ключи возьмете у консьержки. Подумал, что было бы неплохо
То есть я думаю, что было бы неплохо, если мы как-то так и познакомились поближе, а? 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 Вот, допустим, меня зовут вовсе не Леон, а вас. И меня тоже так не зовут. Не, ну я хотел сказать, бюро, это в честь станции метро бюро. Станция метро, как известно, как? Золотые машинки. А вы из семейства? Представляете? И, наверное, у вас такое чувство, что заложили в ломбард все маршинские победы, да? А вам, наверное, невыносима мысль, что кто-то может обладать состоянием. А вы обладаете? Предположим, и я трачу свои деньги так, как я считаю нужным. Я или развлекаюсь, или работаю в театре, или делаю это примерно вот так, как сейчас. Ну, да. Я смотрю, вам уже будет, что дорогой Леон, да? Леонардо. Леонардо? Да, Леонардо да Винчи. Ну, или Ван Гог, или там, Леонардо Гог. А, вау! Да, я художник, художник, известный, ведь там, там, в Южной Америке. Да, между прочим, подпись моя на полотне стоит 5000 евро. В наименее удачном период. Вау, слушай, можно я подожду, когда будет распродаж по снижным ценам? И в результате вы здесь. Да, в результате я здесь. Знаете, я специалист по наблюдению грамот. Так, вы что, все будем рассказывать о себе? Ну, давайте, давайте. А я журналист. Понятно. Да, готовлю психологический репортаж об налаживании связи для нового издания. Мадам, потом уж не верите. Не верите, да? Вот они, в газетке. Цветочек, а? Ну-ка бегом. Цветочек, а? Ай, опля! Вот молодец.
Добрый вечер, Бояр. Добрый вечер. Ты! Наконец-то это ты! Твое присутствие прогоняет то трудновесимое беспокойство, которое я каждый день... Пожалуйста, я прошу прощения. Да. Вчера на ужин вы мне показывали уже свое беспокойство. Нет, нет, нет. Кстати, нам вчера это была тревожка. Это не одно и то же. Так, стоп! Я что-то на меня не смотрела. Что?
галстук или расстегнул меня. Как прошел день? Чем занимался? Ну, я зарабатывал деньги. Чего-нибудь хочешь? Так, ну что это за вопрос, а? Вот что это за вопрос? Вот если 20 лет, ты мне галстук развязывал сам, а потом что? Он подавал на песню. Я просто хочу выявить. Ну, мой ангел, как ты провела сегодняшний день? Да я занималась массой вещей. Так, интересно. Да, я прочитала письма, вводила по счетам. Так. Ну, посетила выставку картинку. Да, была у тебя уже лучше. Так. Уже как-то верю, да. Но все-таки это плагиат. Ну, автор текста все-таки не Шекспир. А я хочу, чтобы вы импровизировали. Что, каждый вечер? Да, конечно. Я хочу смотреть, как горит блин. Ну, мой ангел, что ты сегодня делала весь день? Я? Да ты. Я. Я провела весь день с мамой. О! Да. Ах, жалуется на ревматизм, хотя здоровье у нее железное. И она по-прежнему железная. Да, я встретила ее в 10 часах экспресса. Мы погуляли вместе, пообедали, и я отправила ее к поезду в 17:32. 17:32. Она тебя целует, мой дорогой. Тебя, взяла твоя женщина. Я пригласила ее к нам. Так. Слушай, как все-таки сделать так, чтобы я поверил в ее существование? Она приедет! Что ты? Ну, конечно! Если только какие-нибудь обстоятельства! Вот! Если все-таки какие-нибудь обстоятельства! Ну? Моя дочь, что ты сегодня делала весь день? Я! Вот так. Я провела весь день с мамой! Я встретила ее девять часов экспресса! Это значит, что вы делаете? Где? Вот здесь, пожалуйста.
ваше. Что вы мне дали? Я не знаю, что вы мне взяли. В общем, это две страницы. А это значит, что я должна выполнять роль матери жены, только ваша друзья прекрасно умевшая пробовать контракт. Это так что не нравится, что удобно. Это юридический поэтому, пожалуйста, обратитесь в профсоюз артистов. Так вот, мой дорогой, наша жена ушла. Насколько я понимаю, юридический факультет потерял самую талантливую свою ученицу. Да, у нас Вирджиния был сегодня очень серьезный разговор. Из которого следует... Что она хочет стать? Журналисткой. Да, это ее мечта. А мечту, как известно, не купить ни за какие деньги. Подождите. Секундочку, я понимаю, у вас талант. А что такое? Но здесь я автор ситуации. И если я решил, что Вирджиния должна стать юристом, она должна стать юристом. Послушайте, дорогой мой автор ситуации. Но дело в том, что ситуации создаются для того, чтобы развиваться. Здесь я решаю, как развивается ситуация. Понимаете, я решаю, как ситуация развивается. Пане Петров, солнце мое, у меня шнурок завязался. Развяжи, пожалуйста. Какая честь! Ох, надеюсь оказаться достойной такого внимания. Привет, друзья! Ох, ладно, прогноз порешал бы тем хуже. Я тут проходил мимо, и вот решил... Элеоноре подарил букет фиалок. Ты безумный, дорогой Леон. А я тебе хотел позвонить. Вот видишь, ты у меня развит инстинкт верного друга. Элеонора, это вам. Поставь их в вазу, дорогой Леон. Вазу. А теперь, что нового в антиквариате? Когда в антиквариате вряд ли желательные новинки. Да, чего у тебя лицо тусклое? Тусклое? Почему тусклое лицо? У меня настроение великолепное. Великолепное? Да. Это несмотря на твое здоровье. А что с моим здоровьем? Это ты мне должен сказать, что с твоим здоровьем. Так вот я и говорю, у меня не здоровье, а железо. Великолепно. Так ты чего ищешь? Чего ты ищешь? Да вазу. Ты здесь вазу. Где вазу? Ты видишь вазу? Не, ну а куда мы цветы поставим? Поставь себе их. Давай, изобрази вот. Изобрази, ты как там продаешь свое присутствие? Давай, изобрази. Не понял. Вазу изобрази. Давай. Ваза. Опля. Вазу. Я не понял. Опля. Вазу. Вазу изобрази. Вот это. Ты как-то оправдал свое присутствие. Ну, если бы же другу ничего не нравится. Иди в чёрт. Подожди. Я тебе для чего на... Для чего? Чтоб ты сыграл друга, которому нужен я, понимаешь? Нужен я, ты это помнишь? Да, помню. Давай, давай сначала, давай! Антиквар, привет! Как дела? Что нового? Все очень плохо, Александр. Леон, у тебя природная веселость. А, да, природная веселость. Ну, привет, Антиквар, что нового, а? Что нового? Все плохо, Александр! Все хуже и хуже! Александр, меня мучает печеночная недостаточность! Меня мучает сексуальная неудовлетворенность, Александр! И ко всему прочему я просто... Банкрот, Александр! Друг ты мой единственный, Александр!
заряжена. Не заряжена. Не заряжена. Моя мать? Нет, она моя мать, полностью.
Чёрт, я забыл, что попал в это твое рабочее время. А разве есть такое время, когда я не твоя? Ну, твоя уже не шла на твоего этому мальчику. Не переживай, просто у нее развито воображение. Но мне это как услышать, что я всего лишь помню о ее мать. Дорогая, теперь не твоя реплика. Более Конечно же, я люблю. Солнце мое, а ты как себя чувствуешь?
Вот, она себе колеблется. А вы знаете, Лёва, ваша крестница пустилась по пути журналистики, не так ли, младшая сестрёнка? Ну, раз ты это говоришь. А ты знаешь, Александр, Лёва ведь рисует, ты наберетесь храбрости, Лёва. Да, Лёва? Ну-ка, наберитесь храбрости. Значит, мы рисуем. Да, Александр, я рисую. И давно мы рисуем. Порядочно. И что ж мы рисуем? Шедевры. А, не больше, не меньше. За моей спиной. Ну, я думал, ты узнаешь об этом, когда зазвенят фанфары славы. Фанфары славы. Откуда столько юмора? Решение, спроши. А ты его любишь? Дорогая, тебе вопрос. Вопрос. Прости меня, мамочка. Мне кажется, это была просто глупость. А он тебя? Это еще один вопрос. Любит только трусы, как заяц. Да что им еще стало делать? Да украсть тебя, украсть! Тем более, если имеешь мотоцикл. Да не беспокойся, господа мои хорошие. Он вернется. Молчи, мамы Харри! Из-за тебя я не могу взять для себя зеркало! Мол, я знаю, что ты это сделал! Потому что я трус! Нет, потому что меня любишь! Я тебя люблю, потому что я трус! Мне плевать, трус или нет, если ты меня любишь! Ола! 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 Можно тебя замечу? Ола! Извини, что мешаю! Ола! Какой марки у тебя мотоцикл? Четвертый трессер. А что? Это прямой подвесной прямоток? Конечно. Потрясающе. И без глушителя. Да что? Кошмар. Иметь такого зверя, который не поет. Это все на сразу, что сразу ты все расширишь от тигра. Да. Как тебе галстук этот ездил? Это глушитель. Я выйду с лишь так снаружи, понятно? Ну, разумеется. Значит так, Пол, не слишком поздно ее возвращаю. То есть вы... вы позволяете? Ну, разумеется, ты же выгнал ее в упорной борьбе. Как это? Ну-ка, объясни. Можно. Разумеется. В самом деле, можно. Конечно. Вот, нет, ты слушай. Объясните мне, дураку, неужели нельзя найти жест слова?
искру разгорит, чтоб я мог поверить, а? Ну неужели это так трудно сделать, чтоб я мог поверить? Такое впечатление, что вам впервые в жизни приходится врать. Какая ты сентиментальная история, Александр, вы самый плохой исполнитель, да? Да, вы не даете партнеру сказать реплики, которые сами бы хотели от них услышать. Вы, Александр, фальшиво играете, да, да. Вот сейчас притворяетесь, как будто вам безразличны мои слова. Хорошо, я вас слушаю. Откройте уши пошире, Александр. Я слушаю, слушаю. Я люблю вас. Да, я люблю вас. А любить вас большая работа. Вы слишком мало отдаете за это. Это сейчас аплодирует, да? Да нет, не надо. Вы знаете, что я должна вам подписать контракт в Голливуде? Ну, знаю. Очень интересная роль. Необычный сюжет. Хотите, я вам его расскажу? Пожалуйста. Это история одного человека, который, потеряв всякую веру в исполнение человеческих чувств, решает нанять трех незнакомцев, чтобы те сыграли для него комедию чувств. Ну и как это ему удается? Не знаю, не знаю, а вы других ничего не знаю. Я задумалась лишь со своей ролью, так вот речь идет об актрисе. Она отказалась? Да, сначала отказалась продавать даже книги с человеческих. Одна шахтрица. Она женщина, Александр. Женщина с неистраченным запасом любви, надежды. Она живет, чтобы отдавать. Вы понимаете, что это за человеческий тип? Как раз это я очень хорошо понимаю. Только она поняла, что мир не так уж жаждет любви. И земля не перестанет прощаться без ее нежности и преданности. Сначала она отказалась, да, но потом сюжет ей показался таким необычным, что она поняла, что если человек дошел до такого, то он... Полный идиот. Он жаждет любви, Александр. Он представитель исчезнувшей породы, возможно, последний из магикан. Она поняла, что этот человек отчаянно ищет то, что она... Она всю жизнь мечтала отдать Александру, не знаю. Если человек не понимает, что стоит за словом, не умеет читать во взгляде, то этот человек бесчувственный мертвец. А может, я уже мертвец? Да иди к черту, Александр! Я люблю вас. Я люблю вас, мне все равно, верите вы мне или нет. Я люблю вас, потому что это мое счастье, Александр. Я слишком долго искала тебя, чтобы потерять из-за каких-то сомнений, которые в конечном счете касаются лишь вас одного. С этим разбирайтесь сами. Я же сохраню вас для себя. Это мое счастье, Александр. Ты мое счастье. У тебя замечательные линии жизни, а у меня удивительная линия шансов, Александр. И я выиграю. Я выиграю все шансы, даже шанс умереть раньше. Время бежит так быстро, когда мы вместе. Я не знаю, в курсе вы или нет, но у нас артист. У нас у артистов, Александр, есть касса социального страхования. Нужно, чтобы вы сообщили, сколько я у вас получаю. Спокойной ночи.
Так, я не пойму, что такое. Что это? Что происходит? А? Где все? Вы за вас тоже объявили? А, ты мой? Закончить. На этот раз, если я скажу, вы же лопнете
который лопает забор. Я постараюсь держать себя в руках. Тем более, что на этот раз ее надо сделать на кандидат. Что она сделала? Замяна на кандидат. Что? Замяна. Завязана? Ну, завязана, завязана. Ну, понятно, завязана. Ну, ну, вы отлично понимаете, что я хочу сказать. Есть симптомы, которые не обманывают. Ох, нет, вы только посмотрите на него, сразу же пробудьте расчислание. Вы знаете о том, что из-за вас Нора отказалась от того, что могло бы стать ее колоссальной удачей? У нее был контракт, цель, ну, которая, я не забыла, как она называется, которая в Америке. Ну, с этими... Ну да, вы же, да, вы же знаете, да. У нее был контракт, честь написала, хорошая роль, 265 серий, хорошая... А? 260, да. Вы знали об этом? Чего это вы на меня так смотрите? Я вами восхищаюсь. Я раздеваю вас глаза. Зачем? Вы передо мной нога. Ну, это, слушайте. Нога, это правда. Ну, это что, что за идея? Одна, в общем, навязчивая. Так, так. О чем вы говорите с Леонорой? Ну, Артур, от меня ничего не скрывает. О чем вы с ней говорили? Я знал, как можно повлечь. Ее примерки вечером после спектакля. Так же сделали. Что, что, хорошо сделала. Дальше что? Что, а потом она переехала к вам. Зачем? Как, чтобы жить с вами, разве не так? Через два дня после знакомства? Чего это за вопрос? Я хочу дать точность ее слов дальше. Нора мне никогда не обманывает, она мне никогда не лжет. Во всяком с ней похожи. Она сказала, что мы 20 лет женаты. Ой, сколько? 20 лет. Добрый вечер, Маля! Не надо ко мне подходить, я вся пропахну рыбой. Как мне сюрприз. О, она восхитительна. Правда, несколько обескуражена. А, Мирия, ну я же говорила тебе, Александр всегда что-то придумывает. Да? Да. Так вот, когда масло растопится, что нужно делать с мукой? Ой, подожди, что ты хочешь этим сказать? А насчет рыбы? Нет. Когда говоришь, что Александр все придумал. Мадам, мадам, Элеонора несколько говорит, что в принципе вы знаете основное. Что значит основное? Ой, Анна, я только что пригласил твою маму на 20-летие нашей свадьбы. Так ты ей уже сказал, да? В общих чертах. Но я ее вначале подготовил. Итак, я ее подготовил. Да. Когда масло растопится, нужно положить две ложки. Он что, она запаривает? Дорогая, разве я способен обмануть? Нет, дорогой. Александр никогда не обманывает. Да. Потом нужно положить стакан курочка разрумянится и это как это? Подождите, как это? Я 20 лет ничего не знала, что моя дочь замужем. 20 лет курочка. Нужно будет сделать соус. Соус добавить два штука.
Но вчера у него было стало ведь. Подожди, а как поживает твоя матушка? Ты как сыр в масле? А крестного своего ты сегодня видела? Видела. Ну и как он? Холод! Давай, пока только не будет тебя неплохо, я запишу тебе телеграмму, окей? Стоит спросить тебя о семье, как ты сразу называешь? Опять что-то со старой взялась? Это не моя семья, да, со старой, это не моя семья. Да ну что бы ты не упрекать свою семью-то, а? Потому что я не существую. Ты не женщина, сплошное недоразумение. Я что, я 4 раза в неделю прихожу, ждать призраком, что ли, а? Я говорю, вот так, это сошка от слова, которую ты называешь папашей, ну ты, ну... О, это не существует. Ну послушай, Вирджиния, ну... Я так клюв. Так, Славя, продолжай стрелку! Под сенью маршала империи.
ты... Да, и к счастью, предрассудки выветриваются. Еще немного выветриваются. Ты просто. А тебе уже вот так уже приходилось? Ну, встречать рассвет? Приходилось. Да. И часто. Ой, сколько деликатности, вот единственный вопрос, Александр. Тебе, скажи, ты чего ты ее пригласил? Да вот ты не понимаешь, что... Не надо, не надо, мне просто показалось, что она хорошо пишет у нас семейный памятник. Знаешь что, Миллионов, если бы я захотел нанять тещу, я бы нанял тещу, если бы говорить более нейтрально, извини. Значит, твоя мать. Мне кажется, что ты ее достал, что это театральный дубин. Браво. Нет, конечно, захватил. Браво. Что, браво? Ой, какой нюх, Александр. Да, я не просто водить дам. Я не просто водить дам. Не просто. Да, вы спите, вы жмайте на лапу. Да. Ты видите, вы нас человек, да? Что вы еще хотите, Александр? Ничего. Корочку хлеба? Плотно даже. Корочку хлеба? Не надо. Нет, это интересно. Нет, не просто интересно. И о чем вы говорили в своей вот этой вот утренней любви? Да, я любви случалась. Да, потому что мы уточнили, что честно мы разговаривали о любви завтрака прям в постели. Слушай! Да! Я тебя не просил делать такие уточнения. Тогда сами уточняйте, какие уточнения вам необходимы, а какие нет, Александр. Я понял.
Элеонора не моя жена. Она не просто не моя жена, даже не моя любовница. Вирджиния не моя дочь, а вы не моя теща. Все это все миф. Понимаете, миф? Ложь, спектакль, цирк, месье Американо. Ничего этого нет. Это все моя иллюзия. Понимаете? Моя иллюзия, за которой я же и плачу. Все. Боже мой! Чего только не придумает эта птичка, лишь бы заполучить старухи на наследство. Я Он клянется! Нет, вы посмотрите на него! Он клянется, этот ренегат! Вы отказываетесь от жены, от дочери, от 20-летних священных уз ради наследства? Да вы просто отвратительный, мой друг! Ничего себе! Вы просто отвратительный, мой друг! Слушай, Элеонор, скажи что-нибудь, а? Что? Скажи что-нибудь! Да?
меня ты знаменитым не станешь. На, смотри. Стало бы со мной разговаривать. Так его. Ах, сукин сын. Не больно, мне все, у меня смотрю, у меня теле болит.
колено. А из колена опять по ноге, опять в плечо, опять... Какой у тебя странный этот сложный. Ну ты издевайся, издевайся. А в Швеции же трое нужно. А ты видишь, как он там, да? Куда? Ой, стакан на кухню нести. Ты хочешь наставить меня одного со своими микробами? Нет, мой дорогой, я слишком стремлюсь разделить тебя с твоими микробами. Вот в прошлом году, во время китайского гриппа, за мной ухаживала служанка, мадам Пинер. Потрясающая женщина. 120 кило чистого веса. Но с ней я не чувствовал себя счастливым. И с тобой тоже. А 2 года назад была Кристина. Так я с ней тоже не чувствовал себя счастливо. Так, а нас сколько весело? Слушай, а у меня есть талант этот вот. Так ее звали Кристи? Ты про кого? Кристи. Ты о чем сейчас? 2 года назад вот Кристи. Кристи. А что ты собираешься делать? Что это такое? Кое-что для тебя. Шарф. О, нет, если это будет продолжаться все так, как сейчас, это будет пальто, вроде Максима. Кстати, не забудь мне сказать, сколько я должен за сверхурочные. Дерево. А что ты обычно делаешь в этом времени? 2-4. А сколько сейчас времени? 3 часа. Три часа. Время мерить температуру. Подожди, ты смотри. Лена, подожди. Элеонора, ты просто интересно, что ты делаешь? С 9 утра до 6 вечера. Просто интересно. Ну хорошо, ходишь в кино? Хорошо. По магазинам? Хорошо. В гости? Ну хорошо. У тебя есть друзья? Надеюсь, ради меня ты не отказался от друзей? Я просто, ты слишком много потеряешь мне. Мне просто интересно. Что? У тебя любовник есть? Да, мой дорогой. У тебя есть любовник? Нет, мой дорогой. Так дай мне! Что нужно сказать, чтобы я оставил радость в покое? Делайте меня чьим-то дублем. Контракт сказан на этот
чтобы создать роль, создать, а не повторять какую-то там, какую-то там потаску. Подождите, не смейте ее оставлять! Я дал вам право оживлять свои воспоминания, пользуясь мной. Скажи, что ты меня любишь, скажи, что ты меня не любовник. И я, как идиотка, вхожу в каждый раз доверившись в эту ловушку, и оказывается, он верит мне, нет, он верит и ей, пользуясь моими мыслями, моими чувствами. Так вот, чего ты хочешь? Верить ей, глядя в мои глаза, в мою душу? А ты любишь? Да только я тебя вру. Я лгу тебе каждый раз, слово за слово, жест за жестом, я лгу. Бедная Катрин, я ее убиваю, она мертвеет, потому что я тебе лгу, лгу. Меня еще никто так не любил. А другие не были актрисами. Достаточно только вдуматься в это, я об этом часто думаю. И дружба это... Что это, скажи, что? Это как любовь. Да. Нечто вроде, с этим невозможно жульничать. Ни за каких денег? Даже если кто-то любит ради игры, ради денег или за жалости, наступает момент, когда это все проявляется. Скажи это всем! Когда это все проявляется, потому что есть что-то здесь и здесь. Это наша плоть и кровь, Лёва! Это наша кровная. Наша кровная, что делает нас живыми. Просто живыми. Именно в это нужно верить, даже оставаясь врагами. В это надо верить. Подлинные чувства. Единственное, что нам остается, это и больше ничего другого. Все, мне больше нечего сказать. Спасибо. Ничего. Спрашивай.
Александр, твой отец и мой муж, 15 часов в день. Да, плюс суббота, плюс воскресенье. В сущности, такой же отец и муж, как любой другой. Да. Попасть. Нет даже времени, чтобы подумать. Да, чтобы подумать. Поэтому я предпочитаю совсем без вас и помогать, чтобы скорее помочь. И натягивать ее вокруг. Знаешь, добавляет от совершенно ненужного напряжения. Что сказала Александр? О чем? О том, что больше не будешь выходить в свою роль. Принесу уже. О! Триумфальный ужин! Триумфальный ужин устроит Димфа. Слушай, я заметил этот крокодил. Где его есть? Ну, кто бы сомневался. Смотрите, это подарок, это золотая брошь в виде кисти. Молодцы, это же художник. Ты поставил шампанское? Конечно, все готово. Гелия останется лишь занять место. Девчонки! Мы сегодня отметим его триумф и кое-что еще. Побегу за гусиной печенкой. Слушай, держи меня, если удастся спрятать, а? Вот так. Папаша, я с тобой поговорю. Я слушаю тебя дальше. Да ладно, я ужасно не люблю эти напряжения. Ну чего, чего, чего? Я люблю. Это ж папаша. Чем каждый день влезать в шкуру моего персонажа, я не буду влезать из нее совсем. Вот. Я не буду вылезать из нее. Совсем. Подожди, хватит шутить, садись мне, не знаю, садись! Нет, спасибо, Александр.
Подожди, ты мне позвонил, сказал, что придешь ко мне. Я позвонил, сказал, что просто зайду. Значит, ты что, хочешь оставить меня одного наедине с крабовым гигантом? Я тебя оставлю наедине с крабовым гигантом. Послушай, Лео! Меня зовут Игналет. И я не твой друг. Мы разгренировались, Александр. Выставиться перед их приходом. Боже мой, какое олимпийское спокойствие у нас у этого человека.
человека, после человека с железными нервами. Уходите! И начинайте играть, Александр. Завтра вашего героя расстреляют на вас. Представляете? Утренние газеты, всего несколько строчек. Александр Амельтан. Нечистый на руку бухгалтер фирмы «Шармен и братья» пристрастился пользоваться хозяйской кассой, вследствие чего Александр Амелькан был сопровожден двумя жандармами. Я хочу, чтобы вы не заблуждались на счет. Я бухгалтер. Всего лишь бухгалтер. Правда, если бы не я, несчастный Жермен до сих пор бы ничего не знал. Что значит не будет? Это я, Александр. Когда? Сегодня утром телефонным звонком из ближайшего бара. Я сам решил опустить занавес. Виржини была сегодня после обеда. Сказать, что заявил сумму вашего гонорара в кассу актерского профсоюза. Спасибо за прекрасно сыгранное дополнение. Цветочек. Или он назвал это цветочек. Но вы сыграли гораздо лучше. Ой, да вас надо просто убить. Вас надо убить! И вот у меня снова. Слова не исполняют. Смотрите, у него есть. Рефлексы. Рефлексы.
Я придумал. Знаешь, что мы сделаем? Мы будем носить ему передатчики. Да, апельсины. А потом, знаешь, что ты сделаешь? Ты будешь звать его папаша. А потом, знаешь, что я сделаю? Я попрошу его твои руки.